два дня назад, точнее, если сказать, 11 декабря, угу. прокурор Офиса Международного уголовного суда Фату Бенсуда сделала заявление о том, что завершился действительно этап предварительного исследования ситуации по Украине. И они приняли решение о том, что, во-первых, что действительно между Украиной и Россией международный вооруженный конфликт. То есть признание ими того, что совершаются военные преступления, юридически еще раз подтверждает наличие международного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. То есть для международного права дискуссий уже никаких не существует. Абсолютно. Их в принципе не было, но это дополнительное юридическое подтверждение и признание международной uh-huh. судебной инстанции такого статуса. Это во-первых. Во-вторых, они подтверждают о том, что в течение этих 7 лет действительно совершались военные преступления и преступления против человечности.